Вот решил я показать, как мы делаем вырезку. Просили меня ребята. Вот моем вырезку. Купил я ее сегодня днем. Помыли после этого. Просушили немножко. Снимаем пленку. Можно, конечно, не снимать, но лучше снять. Так будет лучше жеваться. Действительно, вырезка готовится очень быстро. Никакой проблемы в этом я не вижу. Ну, мясо и мясо. Но это мясо хорошее, конечно. Свиная вырезка. Вот мы удалили вырезку. Зажгли газ. Под сковородой разогрели сковороду. После этого итальянскими травами засыпали вырезку со всех сторон. Перец, соль, крупная. Перец, крупная соль. Травками, муравками. Все, собственно говоря, у нас разогрета сковорода. Чуть-чуть туда наливаем масло, буквально чуть-чуть, так, чтобы здорово подгорело мясо. И положили мясо. Все. Сейчас мы, наша задача запечатать, как говорят, со всех сторон мясо, чтобы оно прихватилось. Буквально это 3-4 минуты все делается на одной и на другой стороне. Она покрывается такой маленькой пленочкой. Горелой, скажем так. Горелой пленочкой. Вот, с одной и с другой стороны. Я практически в реальном времени все показываю. Вот в это время мы поджигаем нашу духовочку. Ставим на десятку максимальную. Вот у нас уже здесь прилично. Достаточно прилично схватилось мясо. Перевернули на другую сторону. Сейчас говорю, слово слюнки текут. Было вкусное мясо, поверьте. Притом мясо, оно же нужно для человека, тем более для мужчин. Вот немножко даже там подгорает, но это ничего. Еще раз взяли перцем крупным, посыпали крупным. Это соль и перец. Достаточно крупная. Лучше брать морскую соль, она мне больше нравится. Вот, собственно говоря, все. Запечатали. Знаете, так говорю, когда брюки превращаются. Превращаются брюки. Вот крупная соль пошла. Но ее немного. Соленые же, говорят, есть нельзя много. После этого нормальным образом отправляем в духовку. Поджигаем, курим, вынимаем через 10 минут. 10 минут в духовке она стояла. И где-то порядка 4 минут со всех сторон мы ее закупоривали. Вот мы вынули. Сейчас проверим, как там у нас внутри. Я не могу сказать, что очень люблю с таким явной кровью. Вот, получилось с кровью. Дошло немножко. Сейчас мы поставим, наверное. Да, поставили еще на пару минут. Вот, то сейчас режем. Все. Получилось очень неплохо. Вот видите, там я люблю вот такое мясо. Хотя из крови тоже ничего хорошего бывает. Но здесь уж гарантированно, знаешь, сколько оно там лежало, это мясо неизвестно. Вот, все. Режем кусками. Приличными. Море любит сильных, а сильные любят, как говорится, пожрать. Вот. Все. На закуску у нас, на гарнир у нас винегрет мы сделали. Все с винегретиком. Откупоришь бутылку старого доброго вина, желательно красное вино. Хотя можно и белое, кто и белое пьет. Все. Вот так вот по-быстрому сделали вырезку. Все, всем пока, всем привет и приятного аппетита.
делается все быстро и просто. Пока-пока, до свидания.